Что муравей сильнее слона? Привет, меня зовут Евгений, это проект «Популярная география» на канале «Вселенная Beautiful World». Муравьи считаются одними из самых сильных существ на Земле. Достаточно подойти к муравейнику и понаблюдать, как его обитатели ловко тащат ветки длиной в 4-5 раз больше, чем они сами. Представьте теперь, какое бревно вы должны суметь унести, чтобы сравниться в силе с этим насекомым. Весом примерно 1,5 тонны. Это 2 кубометра сосны, к примеру. Интересно, что в одном муравейнике могут жить муравьи разных размеров. Так вес рыжего лесного муравья колеблется от 2 до 20 миллиграмм. Разница в 5-10 раз, иногда даже в одной семье. Это примерно как если бы ваш родной брат весил 300-400 килограмм. Но человек такого веса и двигаться бы не смог. А муравьи большие и маленькие. И бегают быстро, и грузы тяжелые переносят. Здесь надо немного разделить понятия – поднять и перенести. Муравей способен перенести очень большой вес, но тяжелые грузы он все же тащит по земле. А поднять – это немного другое. Тут и человек может многим похвастаться. Оторвать от земли суперсилачи способны почти 3 тонны. Рекорд американца Пола Андерсона – 2844 килограмма. А вот поднять над головой сильно меньше. Абсолютный рекорд здесь установил советский и белорусский тяжелый атлет Леонид Тараненко – 266 килограмм. Несколько тяжелоатлетов сумели преодолеть трехкратный рубеж, подняв в толчке вес втрое больше собственного. Однако нести достаточно долго человек может лишь примерно собственный вес другого человека. Слон – тоже один из признанных силачей, которого люди издавна используют для переноски тяжестей. Может нести груз весом не более трети собственного веса. Так что и муравей, и человек сильнее слона. Муравей вообще способен переносить грузы, превышающие его вес в 50 раз, но волоком. По моим наблюдениям, муравьи переносят грузы в 14-15 раз больше собственного веса. То есть муравей весом 10 мг мог унести груз до 150 мг. Правда, такие грузы муравьи могут нести не только по горизонтальной поверхности, но и по очень крутым, иногда почти отвесным стенам своего муравейника. Как же муравьи переносят тяжести? Прежде всего, благодаря размеру. Чем меньше размер тела, тем больший относительный вес может перенести существо. Отчасти это объясняется биологической закономерностью. Вес тела пропорционален длине тела в кубе, а поперечное сечение мышц длиннее от тела в квадрате. Поэтому чем меньше объект, тем больше мышц приходится на единицу веса, тем он сильнее. Кроме того, насекомые устроены несколько иначе. У них есть экзоскелет, который меняет биомеханику тела, берет на себя заметную часть нагрузки. Современные разработки экзоскелета для людей позволяют увеличить переносимый груз 4-5 раз. У муравьев он есть уже по умолчанию. Есть у муравьев еще одна особенность – 6 крепких ног с прочными коготками, что очень сильно повышает надежность его сцепления с дорогой. А это тоже важно. Чтобы тащить тяжелый груз, нужна надежная опора. Поэтому муравей может переносить тяжелые грузы без вреда для себя. Однако рекордсменом тяжелоатлетом является даже не муравей, а жук-скарабей. Он может укатить груз 1100 раз больше себя, но не поднять, а все же укатить. На этом все. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Впереди много интересного. А я вам говорю до новой встречи на проекте «Популярная география». Всем пока!